Либо у меня черная хи, как у него там. Кислота на языке моей подруги, она снова просится на мой конец. Фэй, Саня, вот ты флексишь. Моя щука говорит, ты ее бесишь. Короче, капец, какая деградация. Ксанакс на языке моей подруги, она снова просится на мой конец. Фейс, деградант, Потом что там у него еще было? Какая-то песня была вообще. А, вначале было «Посмотри на меня, я Саня Алёнин». Самый лучший в тренде. Саня Алёнин — это мой best friend. Носит к креслам. Это в тренде. Какая еще там была? Что-то там. Бургер? Да, это вообще, блядь. Бургер, блин. Вот он, бургер. Она просит что-то там бургер. Она жует, как бургер. Да, это вообще мощь. Даже Сальвадор Дали такое бы не придумал. Гений мировой живописи такое бы не придумали. А, сейчас буду дорисовывать эти синий пейзаж. Человек хочет спрыгнуть, вот. Спрыгнул, сдох. Алёнин. Айм. Мельницы перемалывают Александра Алёнина. Это тоже. Он прыгает, и мельницы он. Здесь тоже мельницы перемалывают Александра Алёнина. Еще кипятит его. Здесь мельница сломала Александр Ленин мельницу. Упал. Прыгнул с нее и упал. Сдох. Ну, это я про себя. Я Александр Ленин. Я про себя рисовал, видишь? А им Александр Ленин. Ее чинит теперь. Видишь, я одни беды приношу. Потом под куполом, видишь, здесь Sardis Corporation, блин. Древний замок. Мне пришлось под купол отправить меня. Здесь повеситься мне предлагают, короче, вообще кошмар. Сюда я не хожу, я просто сижу здесь, бухарики. Я просто съел ксантантина. У ксантантина, здесь же ксантантина находится. Съел два ксантантина, прыгнул сюда. Здесь меня повесили, видишь, Айма Ленин меня повесили. И здесь распяли Иисуса, ну, и меня. Здесь пиво пьют эти всякие мудаки. Ненавижу их. Кто пиво пьет. I hate beer. I hate alcohol. И вот я прошу Jesus, sorry me, my sorrow and self-kill. Потому что я думал реально о самоубийстве. Я думал реально выпрыгнуть во время рисования из окна. Только я хотел залезть на крышу, чтобы повыше было, чтобы точно сдохнуть. Здесь крыши хорошие и асфальт хороший. Но я никого не призываю, в общем. Короче, вот такая дичь происходит. Никого не призываю, ни к чему не пропагандирую, все нормально. Я просто больной человек, все. Никому нельзя следовать за мной. Хорошо, что у меня ноль просмотров. Правильно. Будете смеяться, расскажу Ивангаю, как YouTube скручивает мои просмотры. У меня ноль просмотров. А должно быть миллион. Будете смеяться, я попрошу Ивангая рассказать на своем канале про мой канал, что скручивает YouTube. Кремлеботы скручивают. Все, короче. Шуе, попрошаю.